Where can I take you? So we need to go to Gonzaga Street. I know a fun way to go. Here we are. Great, thanks. Отвали от меня, заходи, прекрати это, ладно? О, хорошо, хорошо, удачного дня. Да отвали ты, мать твою. Эй, 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 Джимми, как поживаешь? Давай, Джимми, зайди ко мне в кабинет. Джимми, ты работаешь под прикрытием глубоким? Здорово, шеф. Привет, Митч, неплохо выглядишь. Смотрю, операция на желудок пошла тебе на пользу. Да, спасибо, я расскажу о тебе своему врачу. Скажу ей, что мой начальник продолжает меня домогаться. Эй, ну конечно, мечтай. А, я бы, пожалуй, выпил, а ты? Нет. А, этот ублюдок думает, что может прищучить меня. Что еще не так? А, господи. Уверен? Слушай, с чего же начать? Даже не знаю. Скажем так. Если человек совершает ошибку, должно ли это разрушить всю его жизнь? Люди не понимают, что такое жизнь. Жизнь словно чаша с фруктами, медленно загнивающая на жаркой кухне. Эй, друг! Мне положить на жизни на уроки. Что ты хочешь? Я хороший парень. Я... Он совсем запутался. Но одно пятно на моей репутации, и мне конец. Я хочу кое-что изменить. Что? Один адвокат? Такой, знаешь, типичный белый воротничок. Возомнил себя крестоносцем. Хренов моралист, который фотографирует парней в душевой тренажерного зала, а потом спускает своей жене на лицо этакий: «Эй, ладно, хватит!» Прости. Слушай, этого парня зовут Том Голдберг. Похоже, у него что-то есть на меня, а он ведь дойдет с этим до окружного, а то и до самого Конгресса. Ясно. Вот так. В общем, тут либо я, либо он. И я бы, конечно, хотел, чтобы это был он, но достать его не так-то просто. У этого парня есть телохранитель, лимузин, все дела. Тебе нужно сделать так, чтобы вы оказались наедине. Не в душевой. Не в душевой, на собеседовании. Тогда ты сможешь выкрасть нужные материалы. На собеседовании? Уверен, это будет несложно. Ты иммигрант. Закон буквально обязывает их провести с собой собеседование. Только, достань себе костюм. Ладно. Детали я вышлю тебе в электронном письме. Ты хороший человек, Нико Беллик. Хороший человек. Услышать такое от тебя очень ценно. Так и есть. Кто мне поможет, быть может, Боже, моя вера слаба, но где бы я ни был, я помню эти слова. Прости за то, что я тебе это говорю, мама, я тебя люблю. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь, это драма, моя душа несется вниз. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь, это драма, моя душа несется вниз. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь,
Can I get you a smoke a lot of latte? There's a tip jar, jackass. You got proud. Я отослал резюме. Всегда мечтал стать адвокатом. Здесь ты можешь быть кем угодно. Это же страна возможностей. Любой дурак может стать президентом. Перезвони, когда узнаешь что-нибудь о собеседовании. Where can I take you? This is radio. With my mega awesome. We're going to Grand Boulevard. Come on, get us going. This is it. Thank you very much. Questions answered. You know, discovering why people want to live in a crime-infested, overpriced town. Мистер Беллик, это Карен из Голдберг, Линнер и Шейстер. Мы хотели бы назначить вам собеседование в ближайшее удобное для вас время. Приезжайте к нам в офис завтра в полдень. Вас это устроит? Я могу освободить это время в своем расписании. Супер. Собеседование будет проводить мистер Голдберг. Нажмите внизу на звонок, и мы вас впустим. Удачного дня. У меня завтра собеседование с Голдбергом. Отлично, этот умник и не подозревает, что на него надвигается. Отучи его совать нос в чужие дела и забери материалы.
завтра. Rather than waste decades into training and meditation,
Hayden to speak to the other Shit, side. Man, what are we gonna do? You can now take a shortcut right out of your online bank account. Hold on. It's telling me something. It's telling your luck will change if you spread knowledge. Buy 20 copies of my book. It's a clear message I'm getting from the depths of a different dimension. Will you do that? I'm sorry. We must have a bad connection. Interference Colonial, with the spirit bro, world. You just gave me a swell bow. Right here! Where you wanna go, Hefe? Ancient religions. So can you take me to Amethyst Street? Nobody knows this city better than me. This is it, my compadre. We're here. Привет! Боже! Это настоящее преступление против стиля. Перед вами никто не устоит. Вау, какой... Сегодня вы просто великолепны. Ты выглядишь на все 100. Приходите еще. Это Нико Беллик. Я пришел на собеседование. Проходите, я вас провожу. Добро пожаловать в Голдберг, Линер и Шейстер, сэр. Добро пожаловать, мистер Беллик. Я посмотрю, освободился ли мистер Голдберг. Мистер Голдберг, мистер Беллик пришел на собеседование. О, очень хорошо. Скажите ему, чтобы проходил ко мне в кабинет. Мистер Беллик, пожалуйста, идите за мной. Конечно. Мистер Голдберг просто святой. Знаете, он даже учит детишек плавать. Он очень добрый и отзывчивый. Единственное, чего он хочет, сделать мир лучше. Но не приведи вам Господь встать на его пути. Я всегда нервничаю перед собеседованием. Он здесь, не нервничайте, он не кусается. Привет, Нико. Это сокращение от Николай? Мне нужен человек, который будет добротно выполнять свою работу. Николай, мне понравилось твое резюме. Похоже, ты из тех, кто не останавливается на полпути. Мне нужно глянуть еще раз, посмотреть на твой предыдущий опыт работы. Похоже, ты из тех, кому не нужно все разжевывать. Из тех, кто смотрит на мир, видит проблемы и пытается их решить. Ну, конечно. Меня беспокоит, что люди не замечают расположение общества. Это словно кариес. Сначала ничего с ним не делают, а потом уже поздно и придется удалить зуб целиком. Да? Я тот парень, что пытается встряхнуть людей. Народ, а значит и общество, и власть. Я встряхиваю их и говорю, пришло время чистки. Избавьтесь от гниющего мяса, застрявшего в зубах. Нельзя допускать появления кариеса. Чистите зубы, слышите меня? Есть тут один полицейский, хороший полицейский, но он решил поставить себя выше закона, а это неправильно. А знаешь почему? Потому что закон один для всех. Я его в порошок сотру. Никто не смеет ставить себя выше моего правосудия, понимаешь меня? Ну да. Здесь в ГЛИШ мы работаем на пределе. Мы стоим на передовой, молодой человек. Человек, который недавно был в моем офисе, в этом самом кабинете, был убит. В этом мире нужно бороться. Ты встал? Это выигрышная позиция. Мне это нравится. Это точно. Ладно, назови мне какое-нибудь место, где тебе... Нож? Ты что, в поход собрался? Ты заказал его из-за зазубренных краев? Я работаю в одиночку. Где материалы по делу МакКрири? Черт, они у меня на столе. Я никогда никого не трогаю.
Rogers agenda. Where you going, man? Host, Michael. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. As soon as I finish, great I'm going home to blow some heads and beat up. Here we are. The rap. Thanks. The whole country is talking about his campaign ads for state Вот материалы. Отлично, наконец-то все улажено. Сразу на душе полегчало. Ты ведь и Голдберга заткнул, да? Мне можно больше о нем не беспокоиться. С ним покончено. Приятно слышать. Просто гора с плеч. Вот твоя оплата. Sit back and enjoy the ride. I love him. The women love him. Most of you, I imagine. To Albany Avenue. Sorry about the smell. I just laid some gas in. Great. Here we are. It's a wrap. Get a lot of people together to really rally, you know, and feel the music and the message. And once you feel that, you'll want to.